Дождь, северный ветер и похолодание. Синоптики рассказали, какими будут первые летние выходные в Красноярске. Завтра, 3 мая, днем ожидается ливень, ветер усилится до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 13. В воскресенье, 4 июня, прогнозируют переменную облачность, плюс 9, плюс 12. Кратковременный дождь синоптики обещают только вечером. Ветер стихнет до 3 метров в секунду. Летняя жара вернется в город только на следующей неделе. В понедельник воздух прогреется до плюс 25.